Всем привет, ребят, с вами я, Маша Дарк, и сегодня для вас я буду снимать 10-ю серию «Нелюбимая дочь». Но я перед началом этого видео не забудьте подписаться и поставить лайк. Вам не сложно, а мне приятно. Ну а мы начинаем. Сейчас, ребят. А, на них нельзя. Вот, господи, медведь. А мы начинаем. Проснись. Что случилось? Медведь! Что ж делать? Что делать? Что делать? Медведь! Пошли быстрее! Здравствуйте, здравствуйте! Здравствуйте, девушки! Вы чего так поздно ко мне? Можно, пожалуйста, у вас переночевать? За нами медведь охотится. Пойдемте решим вопрос. Так, подружись. Да, конечно. Так, что он вызвал? Я вызвал уловку на животных. Ночью, завтра утром вы можете уходить отсюда. Можете переночевать. Где твоя одежда? В лесу осталась. Ой, а давай фотки на память сделаем? Да, давай. Только я выгляжу не очень. Нет, эту фотку надо выкинуть. Смотри, какая. Ладно, потом вместе сделаем. Девочки, можете уходить? Этот ушел, медведь. Хорошо, спасибо. Так, слушай. Вот моя одежда. Пошли, пошли. О, девочки, вы уже? А я думаю, вы там на 2 дня останетесь в лесу. На нас медведь напал. Мы всю ночь не спали. Это капец какой-то. Тем временем у девочек. Слушай, а давай пойдем проведаем вот этих вот лохушек. Я попрошу как раз папу нас переселить в квартиру, он нам оплатит 100%, 100%, я тебя уверяю. Пойдем. О, пап, привет, слушай, а переселишь меня и Джинни в квартиру? Купишь нам квартиру? Нет, я куплю квартиру Кейти и Саре. Папа, я хочу эту квартиру. Она не заслуживает. Доча, ну что ты такое говоришь? Ты будешь заниматься, а я девочек отпишу от этого. Они уже устали заниматься. А ты должна развиваться. Я не хочу развиваться. Я хочу квартиру себе. Пойдем к тебе на лохушкам. Спите, значит!
А ну просыпайтесь, просыпайтесь! Что, господи? А что это вы мне не сказали, что вам папа квартиру покупает? Мы только об этом узнали. И хватит на нас все говорить. Мы здесь вообще не виноваты. Значит, значит, папа нам квартиру покупает, да? Значит, мы собираемся. Ах, вы ж дряни! Ладно, мы займем вашу комнату и так вам ее засрем, что когда вы приедете со своего драного отпуска, вас все тут не понравится. Кто сказал, что мы сюда приедем? Мы там жить останемся. Да. Пап, это правда, что мы переезжаем в квартиру? Да, девочки, правда, вы переезжаете в квартиру. Круто! Пойдем собирать вещи. Ура! Так. Полотенце. Так, это же не моя. Приезжаем. Угу. Идем. Ладно, мы будем здесь жить. Все, пап, пока. Пока, девочки. Вот вам шоколадки на дорогу. Спасибо, пап. Все, удачи. Какой красивый дом! Даже с вещами папа, наверное, закупился. Я наверху буду спать. Окей. Блин, да круто! Это вообще-то мой дом, который я обустраивала сама. Ну ладно. Так, а еда? Еда здесь есть! Капец! Так, ладно, я шоколадки уже устала. Давай шоколадки съедим. Да, давай. Ой, так круто! Ну, как же я крутая. Круто! Так, сюда камеру. О, здесь есть камера. Ну ладно. Так, телефончик. Пойдем. Пойдем. Тут уже и маски есть. Смотри, полотенце одно. Да, это вообще круто. Пойдем. Пойдем. Так, давай. Эти вещи разложим вот сюда. Да, давай. Это полотенце, я думаю, не нужно. Ну ладно, пускай будет. Сейчас. Ой, как круто! Капец! Все наполнено едой. Все наполнено масочками. О май гад, здесь даже бассейн есть. И куча-куча мороженого. Круто. Ладно, уже ночь, давай ложиться спать. Даже пижамки есть. Да. Теперь мы будем спокойно спать. О, какие красотки. А ну вставайте. Что происходит? А!
Пойдемте со мной. Нет, 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 пожалуйста. А ну быстро. Быстро пошли со мной. Я сказал быстро. Хорошо, мы пойдем. Сейчас переоденемся. Я выберу, во что вы переоденетесь. Пойдемте вот сюда. О, вот и полотенце. Переодеваемся. Где второе? Быстро, я сказал. Вот и второе. Быстро. Пойдемте со мной. Быстро. Быстро пойдем. Так. Все, я начал снимать. Сюда. Быстро! Пожалуйста, отпустите нас. Нет, быстро. Еще. Ладно, на сегодня свободны. Можем идти домой? Нет! Вы здесь остаетесь спать. Я спать. Давай найдем какого-то прохожего. Мужчина! Что, женщины, вы что здесь делаете так поздно? Что вы делаете в полотенцах? Нас похитили вот те. Кто? О. Пойдемте разбираться. Не, давайте уже завтра. Хорошо, завтра так завтра. Ну что, наступило завтра? Что? Где они? А ну быстро! Подождите. Это что такое? Девочки, идите домой, пожалуйста. Я их проведу. Пойдемте, девочки. А вы с нами ничего не сделаете? Нет. Пойдемте, девочки, я вас проведу. А мы будем с этим разбираться. Ну что ж, я ничего не делала. Они сами меня спровоцировали. Нифига. Они сами меня спровоцировали. Мы знаем тебя. Пойдем быстро. Пойдемте. Так, все, в тюрьму его. Может, не надо? Надо! Может, не надо все-таки? Надо, тебе сказано было. И нож сюда. Это мы конфицируем. Пожалуйста, не надо. Надо, по заслугам. Все, девочки, это ваш дом? Да. Переодевайтесь, ложитесь спать и все, пока. До свидания. Фух. Слава богу, и дня не прошло. Давай ложиться спать. Я очень устала. Да, пойдем. Я тоже переоденусь. А для начала давай искупаемся. Да, давай. Делаем масочку. Сейчас я тоже тогда переоденусь. Ой, все. Так, ну ладно. Фух.
мы отмылись от этого идиота. Пойдем ложиться спать. Да, пойдем. Ладно, давай просыпаться. Пойдем приготовим покушать. Да, пойдем. Чай. О, боже мой. Так. Кушаю яичницу. Так, сейчас. Так, если на тарелку. Так. О, сразу. Господи. Наконец-то съела. А я себе приготовлю, пожалуй, идеально. Так, ну и чаем запьем. Ладно. Так. Давай искупаемся, что ли? Да, пойдем. Это типа купальный костюм у них были. Ой, так жарко сегодня, надо бы мороженку съесть. Да. Ай, ладно. Ой, моё вкусненькое. Коктейльчики, давай выпьем. Мой этот. Так вкусно. О, вот эти. Такие вкусненькие. Не говори. О, смотри, еще какие-то коктейльчики. У нас целый бар, смотри, здесь. Ага, реально. О, давай по печеньке съедим. Так, вот, держи. О, спасибо, так круто. О, я стримить. Переоденься сначала. Я переоденусь в это. И пойду стримить. Так. Всем привет, ребята, с вами я, и сегодня мы будем играть в какие-то игры. Чисто мутмаша в какие-то игры. Ладно. Ой, сделаю себе масочку. Сижу. Так, вот, ходи. Да ё-моё! У меня на стриме какая-то какашка! Вот это что? Это ты меня какашкой назвала из-за того, что я в маске? Ну ты сейчас у меня получишь!
Ладно, мне уже пора снимать масочку. Ой, господи. Ой, я тоже переоденусь, наверное. Ладно, я пойду на скейте покатаюсь. Оки. Ай! Это, Сара, у нас проблемы. Какие еще могут быть проблемы? Ребят, подождите. Ребят, у меня проблемы. Пойдем разберемся с твоими проблемами. Кэти, блин! Не трогай мой скейт больше. Ладно. Очень смешно. Очень смешно. Не трогай мой скейт. Вот тебе твой, ломай сколько хочешь, а мой не трогай. Так, ребят, я вернулась просто. У меня Кэти уронила мой скейт в бассейн. Так, свой скейтик я спрячу. Ой, посижу, позагораю, кокосик поем. О, а что будет, если я смешаю ананасик и кокосик? Что-нибудь будет? Знакомьтесь, Кэти, экспериментатор. О, какой коктейльчик. Смотри, какой у меня коктейльчик получился. С помощью кокосика. Чай тебе сделаю, только с виноградиком. А, ну сори, у тебя получилось что-то другое. Надо такой добавить коктейль в эту, как его, в бар. Ну и вот на этом я хочу закончить свою серию. Нелюбимая дочь. Всем удачи, всем пока и всех вас люблю.